Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня хочу поделиться с вами боксом. Называется Криптоджонки. Как-то так. Такое вот у него название. Так вот он выглядит. Здесь описание. Это все можно перевести и прочитать. И платит он инстантом на Экспресс Крипто или на Faucet Pay. Я вчера, друзья, зашла, только зарегистрировалась уже вечером. И просмотрела буквально две рекламки. Так как здесь минимальный вывод от 10 монет. Так. И выводила я в литошах, в лайткоинах. И вывод мне поступил инстантом. Вот. Значит, по регистрации здесь кликаем регистр. Прописываете email, username, два раза пароль. Вводите капчу, ставите галочку, нажимаете регистрация. Вам на почту придет письмо. В обязательном порядке подтвердить адрес электронной почты, так как... Естественно, нам не дадут вывести денежные средства, то есть наши монетки. Я после того, как сделала вывод, посмотрела две рекламки, просмотрела всю рекламку. И вот у меня на балансе, вот это наш баланс, 260 вот этих Джонки Коинс. Вот. И вот здесь у нас вывод, друзья, Экспресс Крипто или... Будьте крайне внимательны, так как когда будете заказывать вывод, здесь написан Экспресс Крипто. Видите, лайткоин. Я выводила лайткоин на Faucet Pay. Если вы хотите вывести любую криптомонетку на Экспресс Крипто, выбираете, там кликайте лайткоин или биткоин. Значит, я же выбирала лайткоин, вот он ниже. Faucet Pay кликала. Опускаемся в самый-самый низ. У меня вот здесь почему-то написано не 260, а 200 монеток. Это 744 лайткоина. И вот адрес у меня, я прописала адрес Faucet Pay. И он здесь закрепился. И минимум 10 токенов. Давайте теперь пройдемся по вкладочкам. Значит, это домашняя страничка, вот это, что я вам показывала. Здесь вот уровни. Далее вкладочка «Рефералы». Находится наша партнерская ссылочка. Вот она выделена красным таким вот розовым цветом. И обратите внимание, здесь очень много баннеров, что очень даже и неплохо. Далее... Ну, здесь больше такого нет. По заработку. Так. Здесь обычный кран. И есть автокран. Автокран доступен, как всегда, на таких буксах. Так, в том случае, если мы просматриваем короткие ссылки. Тут 118 штук. Видим, да, их тут более чем достаточно. Не люблю я их просматривать. Это, конечно, хорошо тогда просмотреть столько ссылок коротких. Но я на обычном кране. Вот видите, краник написан. Кликаю. Здесь подводных реклам нет. Если только нас перебрасывает на другую страничку. Как бы такая, да, вот реклама. Но мы все знаем, что все подобные, все, что сайты связаны с криптомонетами, они... содержится на рекламе. Значит, что у нас? Каждые 5 минут по 25 монеток нам дают. И можно в день делать 50 клеймов. Разгадываем капчу. Значит, 5, 3, 1. Видите, здесь даже капчу не надо вводить. Можно, конечно, поставить сырые капча или солевые мети. Но я оставлю эту капчу. Кликаю.
И все, 25. Вот Джонни Коинс, так назовем, да? Окей. Теперь по поводу этого я вам сказала. Overwalks я не просматриваю. ПТС у меня с утра вот 3 рекламки. К вечеру появится еще, так как я вчера прилично просмотрела. Значит, 50 монеток дают. Если вы просмотрите вот эти 50 секунд, сколько тут вот секунд, 50 монет, то есть за одну просмотрели, и сразу вот эти монетки, 50 монет, сразу можно и выводить. Как бы можно и... Что я вчера и сделала. Думаю, дай-ка я проверю его на вывод сразу. Потому что я посмотрела, там рекламки предостаточно. Вот. Давайте пройдем. Просмотрим вот эти все рекламки. И сейчас я вам покажу вчерашний вывод. И покажу сегодняшний вывод. Кликаю. Нас перебрасывает на страничку. Возвращаемся. Рекламку просмотрели. Вот 50 монеток. Следующая рекламка 5 секунд. Сейчас мы все просмотрим. Кликаем, возвращаемся. И последнюю рекламку давайте просмотрим. Мне, мое мнение об этом буксе, очень, хочу сказать, мне он понравился. Неплохо. Подводных реклам нет таких. И заработок неплохой криптомонеток. Далее что? Я просмотрела всю рекламку, ребятки. Здесь есть задание. Это относится к тем, кто... К YouTube-блогерам. Здесь пишут, переведете на русский язык и прочитайте. Нужно записать видео не менее 3 минуты. Чтобы было отправлять не сразу, нужно, чтобы у вас было 100 просмотров. Когда будет 100 просмотров, чтобы виден был логин, 100 просмотров, тогда мы отправляем ссылочку на видео и отправить. И тогда нам начислят 15 тысяч вот этих монеток, и счет энергия, и 100 опыта. Понимаем это. Ну, а далее вы погуляете уже здесь, как бы по вкладочкам. Давайте вернемся на домашнюю страничку. Значит, вот домашняя страничка. Вот должен виден быть логин. И вот на данный момент у меня 345 вот этих монет. Но для начала перейдем на Faucet Pay. Я выводила в лайткоинах, ребятки. Я выводила от крипто Джонни вот этот. Мне пришло 223 лайткоинов. 9 ноября. Показываю, где адрес брать. Я брала на депозитном адресе. Вот он, лайткоин. У вас будет свой адрес. Вы кликаете, копируете адрес любой криптомонеты, которая есть здесь, да? Но у меня прописано, уже отобразилось, как бы, да? Видите, 285 монеток. Почему-то здесь вся сумма не отображается. Я уже не буду ее менять. Может и нельзя, может и можно, я фиг знает. И я должна получить, значит... Ага, Bitcoin Cash, смотрите. Надо выбрать монетку. Где мой лайткоин? Видите, нужно быть внимательным. Здесь даже есть Horizon на Express Crypto. Это столько монет. Давайте найдем монетку мою. Я лайткоин выводила и буду, значит... Вот, лайткоин, ребятки. Я вчера выводила лайткоин. Кликаем, видим, да, вот такая рамочка появляется. Выше можно. Только будьте внимательны. Здесь Express Crypto, Faucet Pay.
Посмотрим, сколько это мне будет лайткоинов. Вот столько у меня монеток. Это 1064 лайткоинов. Согласитесь, неплохо. Напоминаю, вывод от 10 вот этих монеток. Вот этот вывод. Еще раз показываю. Вот он. Видим, да? Возвращаюсь. Так, лайткоин стоит. Все, окей. Так, Faucet Pay. Кликаю выводить. Вывод. Так, все. 285 вот этих Johnny Coins вывелись. И они просят оставить отзыв на Trustpilot. Это я после сделаю. Здесь можно где оставить отзыв? Вот сюда. Кликнуть или сюда, наверное. Это я потом уже отправлю. Идем на Faucet Pay. Домашняя страничка. Сейчас страничка сама уже по себе загрузится, перезагрузится. Сегодня у нас 10 ноября. И крипто Джонни 1063 лайткоина. Все, 10 ноября. Все супер. Бокс платит инстантом. Все замечательно. Так, ну вроде все я вам такое показала. Кто пишет видео, пожалуйста, пишите видео. Вот. Ну а в профиле там нет ничего такого. Там если только поменять пароль. Вот. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Согласитесь, неплохо. К вечеру у меня еще рекламка высыпет. Вот. И, естественно, я бы с удовольствием. Мне даже вот такие боксы начали больше нравиться, чем на кранах. Здесь, во-первых, рекламы левой меньше. Ну, а и заработок нормальный. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.